хорошо просыпаться в своей кровати. Нет, не в своей кровати. Мы типа сегодня... Актриса. Да, типа актриса. Мы сегодня с девушками вот с этими пойдем на... Куда? На день города. Сегодня 15 августа, день города. Мы живем в Екатеринбурге, если что. И меня пригласили на одно мероприятие от Билайн. И будем там веселиться, играть в игры. Асфальт 8, по-моему. И вот, посмотрим, что это будет. Сегодня тренировалась утром и приехала второй. Вот. Мне очень удачно. И, кстати, победитель в этих соревнованиях, в этих играх поедет на какой-то финал, по-моему, в Сочи. Чего вы вот все рассказываете за меня? Идите и ведите тогда шоу. Здесь я ведущая. Красотки собираются. Красотки. Быстрее давайте, я чай хочу пить. Женя поставила уже чай. Быстрее. Чай поставила. Да, я боюсь ее. Все достала уже. Как настроение? Ничего не слышно. Как ехать, ребята? Обычно по центру. Все, не надо, поехали. Так, все, ответили на скидометре больше 200 Здесь классно, и вообще ходите на всякие такие мероприятия, это интересно. И Полинин глаз прям в камеру. Алида, ну тебе нравится вообще? Мне очень нравится. Ты пожалела? Просто мы потеряли своих подруг, они куда-то ушли. Привет! Ты в блоге. Обожаю тебя. Маленькая. Все говорят. Мы зашли в бар, и вот кого мы встретили. Как у тебя настроение, как впечатление от Екатеринбурга? Прикольно. Понравилось тебе? Прикольно, да. Я тут уже в Маке 2 раза была. Ой, ну все. Я оценила Мак. Ну вообще прикольно. Я в Маке не питаюсь. Но сегодня я поела, я знаю, почему я поела, потому что Юля приехала. Ну, надо было как-то сблизиться. Вот, ну, вообще прикольно в Екатеринбурге. Чуть-чуть похоже на Москву, но... Чуть-чуть. Короче, блин, просто, ну, все равно, вроде как бы, ну, типа, Россия, да, но что-то другое. Что-то более европейское, есть что-то? Нет. А некоторые приезжают, например, Усачев приезжал, он сказал, что-то более европейское, ближе к Питеру. Не знаю, я в Питере не была,
вот. Съезди обязательно. Я знаю. Да я думаю, ну, красота. Что два, наверное. Короче, прикольно. Прикольно, хорошо. Так, лайк, болтали уже. Ну все, спасибо большое. Пожалуйста. Ну, с Юлькой поболтали. Пошли дальше. В общем, куда мы сейчас идем? Мы идем на йогу. Нас позвали на... На йогу? На... Да, на йогу куда-то там за кулисы, хрен знает куда. В общем... Стой. Это ремикс? Я не знаю, это просто это какая-то... Это, имитация и мои... Может, да, наверное. В общем, сейчас мы идем... Звони девочку. Непонятно куда. Непонятно как, мы опаздываем на 30 минут. Просто, мы так... Мы сидели в баре. Просто у нас... У нас такой шок, вот серьезно. Мы... Даем важные определенные... Ну вот. Значит, сейчас нам нужно дойти до... Хаята, самого крутого отеля, и мы уже очень близко, и потом мы где-то там должны встретить людей, записаться куда-то и пройти к артистам. Так вот, ну это не факт, что получится, я вообще не поняла, что нам надо делать, видимо, просто прийти, главное. И что? Вырубай, нам поболтать надо. Нет, подожди, подожди. Я хотела сказать, что познакомились с очень классной девочкой, со многими классными людьми. Да. Что же Юлей, Фарой, там очень... Макс еще был. Очень классные. Блогеры из Москвы, из Екатеринбурга, из Перми, из разных-разных городов. О, почаще бы такое делали. Который будет тянуться и тянуться, когда вы будете встречаться. Возможно, вы с кем-то познакомитесь сейчас. И, возможно, когда-нибудь мы перестанем ссориться! И, там, Москва — это такой большой офис. В офисе очень комфортно жить. И как-то вот Петербург — это сейчас наш реально родной город, а Беларусь мы как гости. Нет, можно летом гулять просто по центру и зайти в какую-нибудь галерею, которая будет обязательно открыта, и там... Переночевать можно. Реально так происходит. Огромный привет. Привет. Сейчас 2 часа ночи. Это так, если что. Полтретьего. И мы играем. Мы пришли к Алине, будем у нее ночевать. Ну, это понятно. Мы сейчас играем в какую-то классную игру. Я ем, у меня тут 3 этих фантика. Сразу видно, кто ест больше всех. По мне разливчика. Да. Ничего не видно. У тебя ничего нет. Начинай. Эминем, который такой... Аня его любит. Катя его Дрейк. Любит. Эминем. Эминем. Нас не такое. Тату. Я думаю, это специально... Тат! Леди Гага. Леди Гага.